В Набережно-Челнинском институте Казанского федерального университета состоялось одно из самых долгожданных событий в жизни студентов – праздничный концерт «День первокурсника 2023». В этом году зрителям было предложено перенестись в начало прошлого столетия на небольшую ферму в одном из пригородов Испании, где начинается история молодого человека по имени Луи. Юношу одолевают внутренние противоречия, и он уверен, что не готов посвятить себя жизни на ферме. Томимый душевными терзаниями, Луи отправляется на поиски своего предназначения. Путь главного героя пестрит многообразием событий, но поворотным моментом становится знакомство с сеньором Мануэлем, который станет не просто его учителем, а человеком, указавшим новый жизненный путь. Хочется сказать, одни эмоции, как говорится, молодцы ребята. Несмотря на то, что всего чуть больше месяца они вместе, я так понимаю, это все первокурсники, на таком уровне смогли сорганизоваться, смогли все это преподнести. Я думаю, зал остался в восторге. И не только зал, но и сами, наверное, участники. История, которую решили рассказать первокурсники Елабужского института, основана на классическом сюжете об Аладдине и волшебной лампе. Красочные декорации, колоритные костюмы и восточная музыка с первых секунд перебрасывают нас в древний Багдад, который и стал основным местом действия. В самом начале рассказчик предупреждает зрителей о том, что Багдад после захода солнца весьма опасен, и арабскую ночь переживает только самый смелый и внимательный человек. Поэтому в этой истории гораздо безопаснее быть слушателем, чем ее главным героем. Можно смело заявить, что новоиспеченные студенты Елабужского института идут верной дорогой, провозглашая во всеуслышание ценности, которых должны придерживаться юноши и девушки в их возрасте. Стремление к знаниям, честность и благородность в поступках, а также смелость перед лицом новых свершений. На самом деле был очень сумасшедший темп, потому что было маленькое количество времени. У нас танцоры, которые не умели танцевать, их уже ребята научили. Теперь это самые лучшие танцоры вообще всего КФУ. Актеры просто молодцы. Выучили текст, а текст у всех большой. Тоже огромные молодцы, певцы. В общем, работа кипит. Мы надеемся, что все будет хорошо. Концерт сделаем, шоу будет просто самое бомбезное. Вот так громко и с размахом завершился ежегодный фестиваль «День первокурсника», который смог охватить с собой не только столицу Республики Татарстан. Каждый из тех, кто принял в нем участие, получил бесценный опыт работы на сцене и смог сделать свою студенческую жизнь в несколько раз ярче. А зрители стали свидетелями экранизации множества легенд и песен и поняли, насколько талантливы студенты Казанского федерального университета. Елизавета Газизянова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института, Центр медиакоммуникации Елабужского института Универньюз.